Принципиальный поединок. Расскажи, как велась подготовка, насколько сильно ты готовился к своему сопернику. Ну, добрый вечер всем. Готовился к бою, как обычно. И с Вильямом, и с Майком я уже дрался. Вильяма выиграл, а Майку в очень спорном бою я проиграл. Поэтому очень готовился очень упорно, хотя у меня была свадьба за 2 недели до этого. Поэтому я приложу все усилия и привезу победу к себе домой, я уверен в этом. Что ты можешь сказать о своем сопернике, Джабар? Ну, о Вильяме. Вильям очень упорный боец, сильный духом боец, поэтому он дерется до конца. И, как я знаю, он готовился на этот бой. Для него бой со мной важнее, чем победа в этом турнире. Поэтому он не хочет делать шагу назад, и я уверен также, я не буду отступать. Но я ему покажу, поставлю все точки и разъясню, кто хозяин в ринге. Расскажи, пожалуйста, о прошлом поединке с Вильямом Диндером. Как бой складывался? Ну, мы дрались в Голландии, и 3 раунда дрались, была ничья, дали экстра раунд. В экстра раунде я чуть прибавил темпа и выиграл бой. Но на этот раз, я думаю, все так же будет. Будет очень тяжело, бой, я уверен в этом. Я полностью с уважением отношусь к Вильяму как к бойцу, но также я уважаю себя и выложусь до конца, и хочу дома выиграть в России этот турнир, конечно. Ну и несколько слов о другой паре. Энрико Гогохи против Майка Замбидиса. Кого ты считаешь фаворитом? Ну, фаворитом считать здесь я не считаю. Ну, как-то не могу сказать, так как Майк это опытный боец, да. В этом можно ему сказать, что он фаворит, но Энрико это молодой и очень перспективный боец с характером, технически очень хорошо оснащен, поэтому это будет очень упорный бой, красивый бой, я уверен в этом. И зрители будут увидеть этот красивый бой, я в этом уверен. Все. Большое спасибо, Джабар. Теперь давайте мы поговорим с Вильямом Диндером. Видим, что Вильям очень хочет поговорить. Вильям, что ты можешь сказать о своем сопернике? Translate, okay? William, what can you say about your opponent? I fought with him one year back. Fought with him in the Amsterdam Arena. I lost him the extra round, but it was a good fight. He won the fight in the extra round. This is for my chance Saturday to win the match this time, and I want him knockout in the first round. Мы уже с ним встречались в прошлом году на Амстердам Арене. Это был очень хороший бой. В экстра раунде я победил. Я надеюсь, что в субботу я нокаутирую его прямо в первом раунде. Джабар только что сказал, что для тебя этот бой намного важнее, чем победа в четверке. Так ли это? Джабар has just said that for you the fight itself is mostly important than the victory in this fight. What can you say about this? The fight itself is more important than the victory in this fight. Jabbar has said it. What do you think of it? Well, for me, the victory is most important because in Amsterdam Arena, I was thinking about 3 rounds. I was a winner in Amsterdam Arena, but we have an extra round, and the extra round I lost. This for me is the victory for the fight, the most important tournament. I want to win from him. That's most important for me. Для меня очень важна победа, поскольку в прошлом году, прошу прощения, трудности перевода, я проиграл в экстра раунде. Поэтому на этот раз, безусловно, победа для меня очень важна. Вильям, ты сейчас сидишь в майке с российской символикой. Вот почему так получилось и откуда у тебя такая майка?